Зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов провел встречу с трудовым коллективом культурно-досугового центра «Октябрь» в Голицыно. Депутат представил отчет о своей работе за 2023 год, рассказал об основных направлениях деятельности. Также он отметил, что с 2017 года по его инициативе на развитие объектов культуры округа было выделено более 19 миллионов рублей.